Марго вчера написал, типа, ты придешь на семинар? Я пишу, да. Он пишет, круто. И я прихожу, а его нет. Как после этого вообще верить мужикам? Давайте так, я начну, покажу вам две-три техники про бодигарда, халфгарда, с помощью лапелов. И потом Джиналдо поможет мне и тоже покажет вам свои интересные техники. Хорошо? Давайте, собираемся сюда. Степа, ложись. Смотрим. Так, а? Да, может так. Смотрим отсюда. Так, давай на ту сторону, сейчас у меня колено со стороны. Вот так. Смотрим сюда. Так, смотрим. Первый вариант. Проход агарда. Я раскрываю лапел вверх. Достаю таким образом. Я не тереблю его перед ним абсолютно. Не показываю ему, что я собираюсь сделать. Я оставляю свою руку вот здесь. Просто прихватываю лапел. Очень часто, да, когда вы сидите вот таким образом, соперник лезет за андерхуком. Он начинает вставать к вам сюда. Отлично, это мне на руку. Я передаю его лапел у него в подмышке. Вот сюда. Раз. И раскатываю его. Таким вот образом. Да? С помощью этого лапела я полностью отключаю ему спину. Тут вы его раскатали. Раз. Все. Без проблем. Уходим на бок. Счищаем за шлак. Разрываем его. И проходим его гард. Еще раз. А, вот у вас в руке лапел, вот вы здесь. Раз. Спокойно. Я даже приподнимаю чуть локоток специально, чтобы он полез за ним. Да? Как только он сюда полез, сразу из подмышки я передаю этот лапел во вторую руку. И на него раскатываю как можно сильнее. Да, тут я полностью отключаю его. Он не может делать ни креветку, абсолютно. Его единственный вариант это уходить от меня в ту сторону, но он не может, потому что у него халфгард закрыт. Получается ко мне лицом, да? Вот здесь. Раз, все, я его раскатал полностью. Ухожу чуть на бок, начинаю счищать. Как только я вывесил свое колено, я вставляю свою вторую ногу вот сюда. Таким вот образом разрываю. Да? В верхнюю штанину я тяну к себе, в нижнюю отжимаю. Разворачиваем его от себя. Забираем сайд. Еще раз. Мне кажется, такие снимают. Да, вырос. Да, еще раз. Вот он полез за андерхуком. Раз, я сразу передаю лапел и раскатываю его на него. Начинаем счищать. Если кому-то удобно, вы можете переходить в маус. Разрывать захват здесь таким удобно. Смотрим. Да, вот у меня лапел. Он начинает переставать. И вот. Вот, вот здесь я передаю его просто мотору. Раз. И начинаем раскатывать. Я лапел поджимаю к себе и грудью, чтобы грудь раскатываю маску. И потом уже начинаем проходить. Поехали по парам. Также по два раза работаем. Смотрим. Берем верхний лапел. Раз. Он лезет за андерхуком. Я сразу его встречаю рукой под мышку. Я передаю лапел во вторую руку. Натягиваю к себе, тем самым раскатываю его. Раз. Полностью обезвреживаю. Уходим на бок. Если он держит халфгард, то я прикладываю верхнюю штанину. Ее натягиваю к себе. Сюда вставляю колено свое. Да, блокирую его вторую ногу. Оп, достаем ногу от себя. Вы в сайте. Лапел держу до последнего, я его не отпускаю.
Так, давайте, смотрим следующий вариант. Также проход с лапелом будет. Допустим, не получается, он не провоцируется, да, на эту фишку с андерхуком. Чтобы зайти сюда, он лежит здесь, просто может там держать захват, не знаю, и так далее. Что мы делаем из этой позиции? Заходим как в оверандер, я перехватываю лапел изнутри. Таким вот образом. Своей шеей я ухожу к его бедру вот сюда и под его тазом буду передавать лапел в противоположную руку. Да, я ухожу вот сюда, напряжаю его и передаю лапел в другую руку. Раз. Тут я точно так же отключаю его. Да, я натяну лапел, он получается не может поворачиваться ко мне в ту сторону. Моя задача тут. Я прихватываю его за штанину, локоток держу повыше. Обязательно, чтобы он не закрывал халфгард плотно. Да, вот еще раз растягиваю, делаю спрол. Готовы, я держу вот здесь. Понятно? Вот сюда. Ну, тут спокойно, вы можете переходить его во вторую руку. Перейти сюда. Так, вот уже. Для ворот. Сделать свою повестку. Еще раз. Смотрим. Вот у вас не получается, да? Он не провоцирует сейчас. Ушли сюда. Раз. Натянули лапел. Заходим как в оверандер, к нему, как можно плотнее. Я приподнимаю чуть его таз, под тазом передаю лапел в противоположную руку. Оставляю этот захват на штанине, локоток вверх. Раскатываем его на спину. Делаем спрол. И на носочках обходим. Вот сюда. Еще раз. Самое главное передать лапел под спиной и натянуть его как можно сильнее. Тем самым вы отключаете ему спину. Зашли сюда. Раз, вытащили лапел. Так сюда. Чуть на него. Оп. Перехватили. Перехватываем за штанин, локоток вверх. Раскатываем на спину. Делаем спрол. Обходим гард. Вы в сайте. Давайте поехали по парам. Так же по два раза. У кого будет вопрос, поднимайте ручки. А начинаем отсюда. Вот у меня лапел. Не получается его спровоцировать, чтобы взять андерхук. И перехожу сюда, перехватываю лапел с этой стороны, под его бедро. Нахожу классический оверандер. И передаю этот лапел под его тазом вторую руку. Перехватили лапел. Раскатываем его на спину, держим штанину, локоток вверх, чтобы не закрывал халфгард. Раскатали на спину, сделали спрол. Вышагиваем, обходим гард, забираем сайт. Нет, под ногой, под ногой. Вот нет. Ты идешь как в оверандер вот этой рукой. Вот сразу, сюда. Сразу, да. То есть, а лапел не прихватываю? Ты его сначала вытаскиваешь, а потом перехватываешь уже вот здесь спокойно. Но тебе ничего не помешает его взять. Зачем? Отпусти. Вот я сижу здесь. Да, я вытащил отсюда эту лапу. А, просто вытащил, а не нужно ее все, удержать. Все, зачем? А кто передает уже? Да. Да, рассказываешь, под тазом передал. Скром. Thank you.
давайте, собирайтесь. Сейчас продолжит Джиналдо показывать техники. Да, Степа, иди сюда. Бо, ассистируешь. Спасибо большое. Спасибо, Алексей. Спасибо, Судин. Я мало говорю по-русски, так? И это хороший семинарий. И это уважение ты другу. Молодец. Садись. Эта técnica я работал с Алинаванием. Я 5 года назад, я чемпион абсолюто Brasil, работал эта técnica. Tá? Три варианта. Сусудин я работал лапел и я работал лапел чур. Друзья говорю Джиджи чур. Так? Пожалуйста. Так. Ó, movimento. Один, два, три, четыре. Ó. Один, два, три, четыре. Так. Давай. Так. Это estilo matriz. Это ты оппоненте. Controle o lapel oponente, Adin, tatame, Sadis, ó, controle o galaval oponente, minha louca, na V, um, e, Zacrit e louca, dá, e choras, os, os, ó, Brasil Seminário, os, os, ah, dá vai. Adin, duva, tri, chitiri, yeah. Zacri, louca, um. Choras, duva e ruca, ó. Adin, duva, tri, chitiri, yeah. Zacri, louca, os, os, ó. Agora bota a técnica. Tibaribá, ó. Adin, duva, tri, chiti. Ó, Zacrit louca. Ok? Disse ali na Vânia, tinete banana, tinete Nutella, tinete bailarina. Dá, professor? Ti atleta. Ok? Fiz ali na Vânia, Coca-Cola, pirangui, dá vai. Ok? Ó, insurance. Ó. Baribá, baribá, pum, controle lapel oponente. Ah, Ginaldo, oponente mete pra dar a lapel, tá? Pum, controle lapel, pajão, buscar a minha lapel. Dá, pum. Ok, baribá, baribá, pum. Ok, baribá, baribá, pum. Apatou, oponente, dá, vai, controle minha lapel. Só problema. Dá, espaciba, bochote. Adin, duva. Tri, ó, controle louca de oponente, nutri, galavão oponente, controle, nagar oponente, Janete Zacrit louca, ó, e Zacrit louca, já vai, papai, já bota, pum, controle galera oponente. Não é controle de galera oponente. O oponente bateu o oponente. Não, não, não. Bum. Vai lavar a Vinícius. Bota aí, tá? Dá. Ó, na veia. Na veia. Ó. Adinho. Vamos lá. Tri. Me arrucar. Na veia, ó. Vinícius. No tri, ó. Ó. Pum. Ó. Desacrito. Tchiquitum. 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 Tchiquitum.
Melhor Matrix. Estilo Matrix, tá? Ó, tá. Adin, Zuvá, Tri, Shikiri. E Galavar oponente. E Domboy Galavar oponente. Tá. E a Pet Let Golda Nazar. E a Sainavânia. Oponente se goleia e ataque. 10 segundos, oponente dispara. É absoluto, final absoluto. Tá? E a net favorita absoluto. Bate 1 e a 6 do vaquilograma. Então é a bebê. Caraxó? Mas minha filosofia é Adin, intelecto. Duvá, técnica, tricila. E Chitiri, enxoras. Ok? Então, ó. Adin, Duvá, Tri, ok? Ó, minha base, Naga, Brava, Nave e Pirota. Pum! E ela vai poder no Tri. Ok? Dá vai. E... 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Ó, vou até dar. Achou? Tá aqui, ó. E a cultura lá pra oponente. Oponente buscar me arrucar. Bá, 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 bá. Pum. Tá. Pum. Pá. Ah, dá vai. Controle minha lapela, não é problema. Pum. Ó. 1, 2, 3. Vou. Ok? Fechou? E a minha tecila pra te conter que ela vá. E ó. Adin, Duvá, Tri. E filho, ó. Ah, Gina, ó. Vou oponente na vez, na vez. Choras? Essa laboratório, né? Essa mal. Tá, então ó. Adin, pum. Duvá, Tri. E a controle do oponente. Tá, aqui ó. E pum. Chitiri, Nazar. E a Sainavânia São Pinto. Final, Yara volta da técnica. E oponente Spy. Tá? Então, tipo animar anatomia é tá jiu-jitsu. Tipo animar matemática é tá jiu-jitsu. Geografia, história, química é tá jiu-jitsu. Jiu-jitsu não é só kimono. Kimono é tá plus. Tipo animar. Tá. Blue belt, púrpura, carinha em black. Já bota a voteta. É da anatomia. Tá? Ó, é da Sudanete. É da Sudanete. Vinícius, Araxó. Na V, Araxó. Na Brava, na Leva, Nete. Araxó? Tá. E a controlinho. É da anatomia. Ó, e a sua controle de pallet. Tá aqui, ó. É da anatomia. É da nervo. Ó, é tá jiu-jitsu. Jiu-jitsu não é só Sarinavani. Jiu-jitsu não é só medalha. Jiu-jitsu não é só. Ai, a Black Belt não é. E a Cavalho do Ziá me apôs. Não é de Sudão. Me apôs na Thais. É da palavrinha. É da. Niete plus, niete menos. Já, normal. Sai na Vânia Champion, né? Champion, normal. Eta Haraxó. Seminário, Sussudim, Maladientes, Espacinho da Vitória. É
это уважение к другу. Это джиу-джитсу. Tá? Это философия джиу-джитсу Brasil. Brazilian Jiu-Jitsu это философия уважения. А Patton, Pierre, 10 лет года, TBA, Black Belts, и Monoga Club, и Haroshi Sarinavanya. И a Sarinavanya, Vasclesenia, não, Subota, Harashu Atleta, minha categoria IA Master 3, só Adin, e Nieto Oponente, IA, só Duvá, Nieto Oponente, onde está, vai, Master Adin, Adin Oponente, ó, oh, quilograma bocha, onde está, vai, IA Nieto Banana, IA Nieto Nutella, Champion Champion, Nieto Champion, Harashó, Gui, IA Pregrau, no Gui, IA Champion, é tá absoluto. Sivônia de seminário, enxoras. Ah, essa técnica, neta irabota. E a irabota técnica, para demunhar enxoras. Ok? Então, ó. Adin, Duvá, Tri. Ok? Piti Salinavanya, Patom, da lavar o oponente, do morre, tchau. Os! Os! Lá vai! Че, Степ, голова отрывается? Отрывается, кстати, никогда в жизни такого давления на шею не... Можешь снять здесь. Не видно, нет ничего красных полос. Ну так. Вот в момент, когда он начинает вот так сдавливать, там... Да прям... я думал, вчера с девушкой был, засос просто поставили. Это чок Катагурума. Да, ты люблю Катагурума? О, это вариация чок Катагурума. Então, ó, Polimar, né? É o mesmo, só com as meias. Catagurma, pum! Eu milho! Ok? Milho! Ok? E essa variante Chocataguruma, pum! Tá? Pá! Я думаю, что я дальше полечу, а меня в воздухе душит. Нет, ты оппонент понимаешь, ну бабала. Я нет мама, я нет папа. Я атлета профессионал соревнования, то я чук. Так? О. Пум. Оппоненты? Нет пада. Пум. Так. Пум. Один. Два. О. Три. Хорошо? Легче, чем в прошлом, поэтому все нормально. Так, еще. Па. Так. Пум. Опонент спайк. Один другой, один другой. Mas do bagulho ainda tá com. Olha o poder de quilograma. Chuchuco, Pochoi. Tem milionário. Patimu, Zumba, Moscou, é da Dora, cara. Tá? Então, tá. Um. Pá. A. E a pá. Pá. Da do Vagalena Tatame, aqui, você é torto.
Окей. Вас! Вас! Давай! Команда аи! Хорошо, ребят, давайте построимся. Понравилось душить людей? Да, это, кстати, классно. Можно так завоевывать мужчин, потому что... И уносить домой. Тяжело стало. А дома уже откачивать. В последнее время с хорошими мужчинами, это как вариант притащить к себе домой хорошего парня. Внизу администратора лежит файл. На нем написано благотворительный взнос. Туда закидываем, кто сколько хочет, может и так далее. Все, всем спасибо, давайте. Так, чик-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